Всем привет! Опять из магазинчика волшебного, где можно все найти от французского мыла до настоящих ведьмочек. Столько сообщений, столько звонков, такая огромная реакция, поэтому я решила вернуться назад в магазин и для вас сделать видео. Так, с чего бы мы начали сейчас? Посмотрим. Начинаем с наших малышек. Вот такие красивые, нежные, но все равно ведьмочки есть у нас в ассортименте. Я вот все, что с размером в ладонь, либо примерно такого размера, я их буду называть ведьмочками-малышками. Вот есть такая красотка с рыжими волосами. Очень красивая накидка, летящая. Можно ее повесить. Либо посадить. Второй вариант. Вот такая бабушка с такими красивыми тапочками, метлой. В очках. Нужно очки немножко поправить. И на спине есть маленькая сумочка. Вот. Всем видно, да? Сумочка. Можно денежку положить. Или что-то, что удачу приносит. Тоже. Так, дальше идем. Затем есть вот такие. Опять-таки вот есть возможность это повесить. Либо в машине, либо при входе в дом с целебными травами. Вот такая красотка. Покажу поближе, всем видно. Абсолютно все ведьмочки с метлами. Так, это тоже наша малышка. И сейчас покажу еще одну. Вот тоже мне очень нравится. Посмотрите, какая красота. И волосы пинк, розовые. Вот как немцы говорят, хексы, ведьмочка, хексы, вот настоящая ведьмочка. Посмотрите, какие ножки красивые, ручки красивые, летит на метле. Вот. Эти красотки стоят 9,90. Я буду называть цены в евро. 9 евро 90 центов. А вы пересчитывайте тогда на свою валюту. У нас есть PayPal и есть расчетный счет. Вот такой у них примерно размер. Они очень легкие. Я думаю, такие вот тоже по почте дойдут относительно быстро. Так, малышек я показала. Теперь вам покажу... Немножко побольше. Они примерно 25 сантиметров. И стоят 12 евро. Вот посмотрите. Какая симпатюлечка-скромняшечка. Конечно, это все нужно будет разгладить, распрямить, потому что они у нас летели. Летели, летели и прилетели. Вот. Смотрите, какие у них штаники, метла. Туфельки какие стильные. Класс. Вот. Они есть в зеленом цвете. Вот немножко другой тоже цвет. Ну, понятное дело, волосы и все остальное вы уже как бы в порядок приведете. Вот такая есть. Вот они все примерно одного размера. Красненькая. В каждом цвете по две штуки. Ой, как блестит. Красиво. Вот мне кажется, каждый найдет по своему характеру, по своему темпераменту 100% что-то. Я вот сколько на них смотрю, всегда радуюсь. Но это еще, наверное, благодаря этой особой атмосфере в Гослере. Вот я сейчас приехала, немножко идет дождь, хотела для вас видео сделать, но все равно очень красиво, такой очень магический город. Дальше начинаются у нас ведьмочки, которые 52 сантиметра. Стоят 25 евро. Смотрите, какие красивые. Показываем сначала лицо, глаза. Вот позитивные
Мне очень нравится. Опять-таки, вот есть возможность ее повесить. Платьечко с ягодками. Ножки. Вот такие. С педикюрчиком. Ну и, конечно же, метла. Вот они у нас есть. Я сейчас буду смотреть. Так, такая, вот такая. Вот эта красотка, например, она есть в синем, фиолетовом и красном цвете. Она немножко меньше. Немножко меньше и стоит 20 евро. Посмотрите, какое лицо. Какая красивая, вот настоящая ведьма. Накидка такая красивая. Вот мне кажется, если здесь дверь открыть, ее просто выпустить, она полетит. Покажу теперь в красненьком цвете. Очень оригинально придумана вот накидка, подходящая, как немцы говорят, шляйфен, шлейф. Маникюр. Опять-таки ножки, метла. Так, положим их сюда. В черном цвете. Опять-таки волшебная накидка. Шапочка. Куда же без нее? И теперь покажем синенькую, бирюзовую. Очень яркая. Яркая, праздничная. Вы знаете, вот у меня, например, моя самая первая ведьмочка, которую мне подарили. Это мне подарили при открытии наши соседи. Я ее очень люблю. У нас эти ведьмочки есть в продаже, только их, чтобы вешать, нужно было. Но вот я ее немножко преобразила. Я на нее добавила свою любимую брошь. Я на нее добавила свое любимое колье. Часики. В ручках она держит наши сумочки с названием нашего магазина «Trends und Träume», что переводится, кстати, как «Тренды и мечты». Ну и, конечно, наша самая любимая основная марка здесь «Matilda M», французская. Но помимо этого у нас, в принципе, все на французский манер. Но ведьмочки – это наша вся гордость здесь, потому что ну как же в городе ведьм не иметь ведьм? Я вам буду постепенно также показывать и представлять вот коллекции, какие есть украшения. Они все без никеля. У кого, как это говорят, эмфиндлих, у кого вот кожа чувствительная, как бы весь металл, это вот все без никеля. И вот эта красота к нам пришла с голубыми глазами. Но следующее, что я вам еще покажу, это шикарных блондинок. Вот очень ее люблю. Сделана в таком вот стиле, как будто она где-то ремонты делала, либо летала. Но так они задумали. Посмотрите, какая накидка. Метла. Конечно, обязательно метла. Волосы. Вот этих ведьмочек, блондинок, у нас они есть в нескольких цветах. С сиреневой юбкой, с темной юбочкой. Вот не могу сейчас достать, далеко стоит. Вот покажу вам так. Вот немножечко нужно будет мне это опять все в порядок привести, потому что сегодня, когда пришла доставка, уже стояла очередь. Так. Ну и, конечно, ту, которую я сегодня уже показывала. Вот, девочки, посмотрите, я поставлю ее на стульчик. Ножки, ручки можно в ней поправить. Вот она довольно-таки большая. Вот какие у нее красивые ножки.
можно при желании посадить. В руку можно либо метлу вставить, либо на руку повесить сумочку. Вот эта ведьмочка, это летящая ведьмочка. Вот посмотрите, она летит в прекрасных очках и при этом, вот смотрите, такой ветер идет, что она даже глаза закрывает. Большие ведьмочки, вот эта ведьмочка в этом размере, вот так я покажу. Или я подойду к зеркалу, может быть, там будет немножко лучше видно. Сейчас буду вам показывать. Вот так. Кстати, зеркало у нас тоже в распродаже. Как раз увидите, 30%. Вот посмотрите, какая она огромная. Вы видите? Мне кажется, вот имея такую ведьмочку, это, наверное, самый главный оберег во всем доме. Не только для вас, но и для ваших соседей. Вот эти большие ведьмочки, они стоят 50 евро. Она очень большая. Блондинки стоят 47 евро. Вот если я не ошибаюсь, ну 50 сантиметров это точно у нее. Вот, может так вот видно, как я стою. Она стоит на обычном столе. Вот немножко я вам показала разных размеров, от малышек, средненьких, немножко больше, большие. А завтра я вам обязательно покажу те, которые с батарейками, в которых светятся глазки, и немножко больше о них расскажу. Вот такие красотки с перьями, волосы светятся, глаза светятся. Вот попробую, может получится. Ну вот смотрите. И летит на метле. Выключим, чтобы соседей не пугать в доме. Кстати, те ведьмочки... Сейчас я поставлю камеру. Вот и на мне прилетело. Кстати, вот те ведьмочки, которые идут с подсветкой, они 46 сантиметров. Мы меряем всегда от шапочки. В классных шлепанцах. Так хочется прям на море. И стоят они 30 евро. Волосы светятся. Ее можно повесить. Глазки. Вот у них глазки идут со зрачками. И зрачки тогда красного цвета. Они есть разные. Но о них подробнее мы уже тогда посмотрим завтра. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте. Для нас это очень важно. Спасибо вам за ваше внимание. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось. В принципе, ваши отзывы для вас, для нас очень важны. Ну и тогда скажу до завтра. Хорошего вечера. Всем пока.